В Костромской больнице умер сержант, раненый солдатом-срочником. Второй в настоящее время находится в больнице, сообщает агентство «Интерфакс». Напомню, ЧП произошло 26 августа в караульном помещении полевого лагеря на границе Ярославской и Костромской области. По неизвестным пока причинам молодой человек открыл стрельбу из автомата. Офицеры, двое солдат погибли на месте, а сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Воинская часть, в которой произошло ЧП, находится недалеко от нашего города, и ярославские ветераны ВДВ неоднократно бывали в этом полевом лагере. Первый вопрос, который мне все задают, это если там ярославцы, так как все-таки полк недалеко от Ярославля. Вот ярославцев среди участников этого инцидента нет, это абсолютно точно. Вот. Сам полк, в котором это все произошло, это один из лучших полков. То есть, ну, он всегда достойно выполняет все задачи командующего, верховного главнокомандующего.